Bosch EasyCut-12. Компактная аккумуляторная пила для бытового применения. Инструмент поставляется в фирменном пластиковом кейсе и помимо самой пилы комплектуется инструкцией, запястным ремешком и пластиковым чехлом для защиты зубьев пильного полотна. Аккумуляторы и зарядное устройство в данной версии также предусмотрены, но есть и набор без них. Он обойдется дешевле для тех, кто уже владеет аккумуляторными инструментами компании, батареи от которых совместимы между собой. Пила легкая, весит не более килограмма. Корпус выполнен из прочного матового пластика, фирменной зеленой расцветки с прорезиненными напайками черного оттенка. В центре корпуса разместилась кнопка предохранителя от случайного запуска, а снизу расположился упругий курок включения. Обратите внимание, что цепь здесь не меняется, она запрессована в шину, но сами шины сменные и переустановка не занимает много времени. Для замены оснастки нужно открыть барабан в голове устройства, нажав на красный рычажок. Размер шины весьма компактный, всего 2,5 дюйма. Встроенный электродвигатель обеспечивает до 4100 оборотов цепи в минуту на холостом ходу, а отсутствие вибрации позволяет управляться с инструментом одной рукой и быстро выполнять прямые пропилы. Как итог, с таким аппаратом можно ухаживать за дачным участком, а также работать дома в рамках столярных задач.